В Дагестане бывший полковник получил 8 лет тюрьмы за взятку инспектору. Госслужащий отказался от денег и доложил на офицера за попытку подкупа. По данным следователей, офицер запаса Росгвардии Сергей Иноземцев встретился с инспектором по контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов пограничного управления, чтобы договориться о крупном улове. Обвиняемый предложил 3 миллиона за то, чтобы проверяющий закрыл глаза на незаконный вылов.